панно «Парящий кар» и рельеф «Космос» с середины 70-х стали одними из символов нашего города. Сделанные из нержавеющей стали, они практически вечные. Но мало кто вспоминает имя автора этой новаторской по тем временам конструкции, сделанной методом точечной сварки. Говорят, в СССР это был третий объект после знаменитой скульптуры Мухиной «Рабочая колхозница». Но на нее работал целый завод, а скульптор Рифкат Багаутдинов трудился всего с несколькими помощниками 5 лет. Вспоминает один из них Радик Ахметович Мустафин. Вручную все. Единственный инструмент у меня был электроножницы и болгарка. Вот все есть инструмент. Ну, сварочный аппарат. За создание монумента автор был выдвинут на государственную премию. Но это только часть главы творческой биографии Багаутдинова. Еще студентом он создал панно на площади стачек в Санкт-Петербурге. Был первым иллюстратором знаменитых книг Льва Давыдовича про Ивана Семенова и его же детектива «Для детей руки вверх». Когда мы организовали выставку на 80-летие Давыдовича, я хотел, чтобы Рифкат Шабудинович пришел и что-то сказал. Он сказал: я все сказал своими работами, теперь пусть говорят другие. Я уже высказался. И, в принципе, можем послушать его, посмотрев его работы. Художник Тимофей Егорович Коваленко говорил о Багаутдинове так: у него в голове целый космос. Библиотека имени Пушкина открыла выставку памяти Рифката Багаутдинова. Это живопись, графика, макеты, фотографии из частных коллекций и семейного архива мастера. Рифкат Багаутдинов для Перми, я думаю, что это практически неизученный художник. То есть его материал, который он создал, вот эти все произведения искусства, на самом деле последние 25-30 лет, наверное, вообще не транслировались. Графика и живопись Рифката Багаутдинова хранятся в крупнейших государственных музеях нашей страны и в частных коллекциях. Художник в последние годы не давал интервью и много работал. Он ушел из жизни 11 января. Трудоголизм – это вот свойство отца, самое, наверное, такое основное, самая основная черта, присущая ему. Очень высокая работоспособность. Мне в голове не укладывается, как вот можно было такое количество работ сделать. Очень хотелось бы, чтобы, да, был, наверное, свой музей. Очень хотелось бы. Вот и работы есть, можно собрать. Они должны становиться достоянием все-таки, конечно, общественности. Это однозначно. Конечно же, какая-то доска должна увековечить имя автора рядом с этим монументом, чтобы и молодежь, и жители, и гости города знали, кто создал этот проект. Было бы неплохо, если бы было на самом деле не очень большое место, но чтобы оно было, где могли бы, куда мы могли бы, допустим, даже подарить работы, которые с нашей точки зрения являются попаданиями, какими-то шедеврами, для того, чтобы люди, приехав в Пермский край, они подумали, а откуда здесь такая эстетика, почему это здесь, и были удивлены, поражены, что вот здесь есть такая художественная школа, что здесь рождаются такие произведения искусства.